поводу affidavit of support для воссоединения семьи, если я хочу воссоединяться со своими родителями, какая сумма денег, то есть какие финансовые условия я должен считать достаточными, то есть вернее иммиграционные службы будут считать достаточными для того, чтобы я смог присоединить родителей. Да. Угу. Значит, есть, во-первых, есть это все в интернете, да, инструкция, и там каждый год печатается таблица, это минимальная сумма, чуть-чуть увеличивается каждый год, но расчет идет по такой схеме. Значит, вы основной заявитель, то есть вы являетесь спонсором, вы предоставляете свой налоговый отчет, то есть tax return, и мы смотрим, сколько человек в вашей семье. Если вы один, плюс еще один родитель, получается два. Если вы имеете жену, детей, то есть сколько человек у вас указано в ваших таксах, плюс один или два родителя. Значит, мы смотрим таким образом на общее количество человек, на которых идет, смотрим на минимальное требование финансовое. Оно очень низкое, то есть для тех, кто работает full-time, все подходят под это требование. К примеру, если вы один и вызываете маму или папу, два человека получается, вам нужно 20 тысяч показать доход в год. Годового. Да, если три человека, каждый последующий человек после двух человек плюс 5 тысяч. То есть на двоих человек 20 тысяч, на троих 25, на четверых 30 и так далее. Если не хватает, допустим, семья из трех или четырех человек вызывает родителей, то нужно там 30 с чем-то или 40 тысяч. Если недостаточно, тогда разница, которой не хватило, нужно иметь от 3 до 5 раз больше на счету банковском. Если и того, и другого нет, тогда нужен дополнительный спонсор. Это может быть чужой человек, просто который подходит под требования.